Всем привет! Всем привет! Вы на канале Артём. И сегодня мы будем делать крутые слаймы. Артём будет делать и папа будет делать. А потом вы выберете, у кого получилось лучше. Готов? Да! Смотрите, вот такой у нас набор. Все есть, чтобы сегодня повеселиться. У нас есть две миски. В них будем лепить. Активатор, клей для слизи, клей для слайма и клей для флаффи слайма. Готов? Да. Смотрите, он. Давай всего выливай. Сейчас, ребят, мы будем добавлять красители. Какой цвет у тебя? Синий! А у меня будет зеленый. Теперь нам нужно размешать. Размешивай, чтобы получилось одного цвета. Попробуй, у тебя получится, Артём? Смотрите, как Артём мешает. У тебя получился такой темно-синий цвет. Да, у меня базой. Папа мешает свой слайм. Ну, сейчас посмотрим, у кого получится лучше. Смотрите, у нас две миски с разными слаймами, синим и зеленым. Сейчас, подождите, Тём, мы сейчас добавим еще кое-что другое. Артём высыпает какой-то порошок в свой слайм. Я не понимаю, что там будет. Давай весь. Так, я возьму себе магнитную крошку. У тебя много, у меня много, у тебя мало. Да, у нас светящийся порошок, мы чуть-чуть добавим. Мне. Я хочу. Сейчас я поделюсь с тобой. Тём, ты все высыпал? Больше, чем мне. Ладно. Мы возьмем мерный стаканчик, и чтобы получились слаймы, мы должны обязательно соблюсти пропорцию. Выливаем. А теперь бери и перемешивай. Смотрите, какой у меня уже слайм липкий. А мы сейчас добавим еще глазки и пенопласт. Добавляем глазки, смотрите. Давай, чуть-чуть. Эй, не оставь. Пап, ты все забрал. Смотрите. Тём, у тебя красивее он получается. Воды, во! О! Тём! Вот это да! Смотрите, какой слайм у меня. Мне вообще он прилипает. Ну, я даже не прилипает. И смотрите. Ничего себе, смотрите, смотрите. Вот это да. Ребят, смотрите. У меня там пенопласт в слайме внутри. Эй, эй, отдай. Смотрите, как оно. Смотрите, это реально настоящий слайм. Вот это у нас, смотрите, у нас еще есть третий слайм. Запасной. Он черный, с блестками. Ребят, у нас лизун еще есть. Смотрите. Ничего себе, это слайм-лизун. Посмотри, какой он у тебя большой. Эй, да, получи, я зеленый слайм. Меня зовут Сони Сон. Я папа Винти. Я всех борюшка. Я мешаю сюда зевуе. А вот мой зелененький слайм. Смотрите, это Бубик. Маленький, но зато такой хорошенький. Ребят, так чей слайм получился лучше? У мой меня. Или Артема? У меня. Ну хорошо, ладно, Артём победил. У него лучше получилось. Если вам понравилось, как мы играем и лепим слаймы, подписывайтесь на наш канал. Я Артём. Всем пока. Пока-пока, ребят.